Больше новостей, которые оказывают влияние на каждого из нас, на нашем сайте. Ссылка в описании к этому видео. В мире происходят тектонические геополитические изменения из-за напряженных отношений между Саудовской Аравией и США, пишет Advance. В Штатах крайне возмущены тем, что недавно саудовское руководство выказало такое непослушание, какого не позволяло себе много лет. Это произошло впервые, как Вашингтон и Эр-Рияд создали союз нефтедоллара, говорится в публикации. Теперь, как отмечается в материале издания, можно смело говорить о том, что саудовское руководство во главе с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом встало на сторону президента РФ Владимира Путина. Конфликт может привести к серьезному изменению союзов на мировой шахматной доске. По мнению автора, не станет большим сюрпризом, если Саудовская Аравия решит, что пришло время поменять свои приоритеты либо более активно балансировать между двумя сторонами света. В начале октября участники ОПЕК договорились со следующего месяца сократить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки. Решение вызвало крайне негативную реакцию Белого дома, в котором даже заявили о готовности руководства пересмотреть отношения с Саудовской Аравией.